что, мои дорогие, пойдем посмотрим, как здесь у нас идет ремонт. Плитку положили, уложили. Вот так вот все еще продолжается наш ремонт. Вот такой вот сейчас вид здесь. Устанавливают новые двери. Красота, красота будет, друзья. Ну что, добрый вечер, мои дорогие. Как вы там поживаете? Готовитесь к праздникам, да? Ну и мы тоже. Сейчас покажу, что подарили сегодня празднику. Вот такой вот подарили сертификат за счастьем Монами. Так что пойдем. По приезду пойдем. Вот такой вот сегодня подарочек ждал нас на работе. Перед сменой нас поздравили и подарили вот такой вот сертификат. Так что, мои хорошие, по приезду пойдем. Пойдем в магазин, сертификат отоварим. Приобретем себе что-нибудь полезное для нашей красоты, девчули. С наступающими праздниками всех! Ой, ну что, пошли мы на обед. У нас, смотрите, вышли и все. Мама дорогая, что с погодой? Что с погодой? А? Снег валит. Все. Снова за бураном. Ветер какой. Ветер. Что ж ты так думаешь? Все, смотрите. Опять все замело, все замело, все, смотрите, снова зима, вот это март, в этом году дает. Дождь, то снег, то тает, то замерзает. Ух ты! Ой. Это погода. Про себя. Поздравляем! Рахмет, кыздарики, прям от души.
Жастан жастал, осылай жүре бер, жасарып, жарқырап ортамызда. Смотрите, как сначала снег растаял, а теперь все замерзло. И получилось у нас озеро. Смотрите, хоть одевай коньки и катайся.